Давайте приступим. Итак, начнем с того, что я устроился на работу. На очень серьезную должность. И решил отметить это дело со своими родственниками. Конечно же, кроме поздравлений, от них же и посыпались просьбы. Инди тусхам бис кой? Армашка өзіңнің бауырың. Сен көмектеспегенде кім көмектеседі? Ассалаумалейкум. Дәке, жұмыс не болды? Жұмыс алында толып берді. Ертең дайын болады. Шықта бара толып берді. Сен өзің әпшет ет. Өткендегі айтқан жұмыс. Ертең дайын болады, дарақа. Сен өзің айттың ғой, брат. Родственник жүр. Каким можно отказать? Мен маған келеді, қол қоямын. Уайымдамаңыздар енді, иә, болады. Что там по поводу работы? Бауырым, бір өтініш бар. Иә, болады. Поэтому пришлось взять свою команду. На управляющие должности. А потом начались арест и задержание. После того, как я устроил своих родственников на работу, они начали брать взятки. Я сам написал заявление об уходе. Так все-таки почему вы решили подать в отставку? Я столько лет прослужил государству, но так и не научился говорить «нет».